Если вы совершали покупку по всем правилам, заходили в онлайн-магазин по ссылке, указанной на bvp.capital, вы производили операцию с компьютера, а не с мобильных устройств, у вас были отключены блокираторы рекламы и cookies, а также совершили покупку сразу, а не через пару часов, то в 99% случаев кэшбэк будет начислен автоматически без задержек, и об этом вы получите уведомление на электронную почту, указанную при регистрации. Если все-таки кэшбэк по какой-то причине не был начислен, то откройте личный кабинет и внимательно проверьте, нет ли начисленного кэшбэка в разделе «Мои покупки». Это синяя кнопка, и она расположена в каталоге магазинов. Именно туда должно упасть сообщение о том, что операция была проведена и кэшбэк будет начислен в течение 30 дней. Если вы не видите начисленный кэшбэк, переходите по кнопке «Я не нашел свою покупку». Это автоматическое сообщение сразу же увидит в службе техподдержки. Укажите название магазина, номер заказа, дату и сумму покупки и приложите скан или фотографию, подтверждающую совершение оплаты. После отправки письма в техподдержку на ваш email придет подтверждение, сообщающее о том, что ваше письмо было получено и техподдержка начала работать с вашим неначисленным кэшбэком. Для этого мы отправляем запрос о потерянном заказе в интернет-магазин. К сожалению, мы не можем повлиять на скорость рассмотрения заявок по заказам, поскольку это делает сам интернет-магазин. Срок рассмотрения обращения может занимать до 30 дней, но опыт показывает, что кэшбэк часто находится и начисляется быстрее. При поступлении информации по потерянному заказу из службы техподдержки на ваш email поступит письмо с решением по вашему вопросу. Начисленный кэшбэк вы увидите в своем личном кабинете в разделе «Мои покупки». Случаются ситуации, когда магазин не подтверждает покупку, проведенную через кэшбэк-сервис. Нас это всегда тоже очень расстраивает, ведь мы дорожим каждым своим клиентам. Чтобы этого не произошло, еще раз напомним, не покупайте через мобильное устройство, отключайте программы, которые блокируют рекламу, и cookies в настройках браузера. Блокираторам относятся AdBlock, AdBlock Plus, FreeGate CDN, AliExpress Seller Check, а также сторонние расширения VPN, Proxy, SOX и другие. Если у вас остались вопросы, задавайте, будем разбираться вместе.